Мы можем ими теперь в зубах поковыряться, так сказать, в отместку. Сова, сова, а ты перед боем какой-нибудь препод пьешь? Я тебе сейчас кое-что дам. Перед боссом попробуешь, затестишь. Что-то там надо будет за секунду примерно перед боссом выпить, чтобы два раза за бой выпить, короче. Должно бурстануть тебя вообще изи прям. Хаспот? А? Хаспот, говорю? Да, 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 да. Так, что там? На Аксе есть уже кто? Я у камня. Спасибо. Ладно, не забуду. Ну сейчас будешь впереди меня по ДПС, вот прям 100%. Так, давайте в первый портал мерзости, как самый длинный. Мораль, прыгай в ДДшку. Ну, за что? Станет сволочь. Видели, какой я топовый в соло таргет, а уешкой бью. Уш. Слышите, мужики? Что? Ульдуар можно пойти, если только на Ксромаев, да, 25-ка закрыта? Да. Ну, в смысле, для того, чтобы в десятку пойти, десятку надо закрыть. Угу. 25-25-ку. По-моему, все. А все, ну. Так, у нас никто же не упал? Нет. Тогда сразу вырываю. А, крысолак падал, точно. Опять к нему не портанул. Слушай, крысолак, я тебе дам синюю медузу. На, погрызи. Там идет, жир идет. И зачем вы его дернули? Он сам подошел прям к проходу, ну, сварился. А что ты мне обмен-то кидаешь, друг? Круассанов хочет. Какую хавку? Магическую. Круассан. А, так иди сюда. Все, понял. Сейчас я тебя что-то вообще бесполезный маг сегодня, да? Нате. Берите сколько надо. Понял, что начали-то. Все. А где Рога, кстати?
Бесполезный рога. Без него убьем. Стойте как бы немножко подальше. Я подожду, пока он вернется. Может, там и рога покурит. Не забудь только фласочку эту выпить перед началом. Три, два, один, пей. Вот это уже приятный усовый ДПС. Три с половиной даю. У меня 6700, 6800 показывает. А, да ты... я про себя. Ну да. А кто поджат? Сзади еще жирный идет. Блин, я не могу это отойти. Вы можете его подвести ближе? Грипни. Я спулил все. Влейтесь в это. Не-не, нам лоскутника надо, у него же время. Держи. В принципе, я сам заклеиваю. Он не станет. Ну. Сава, видишь, в топе как надо быть. Если ты выпил сейчас вовремя, сейчас еще забой раз выпьешь. То какого-то фаермага пососного вперед пускаешь. Средства. У тебя сова-то оказывается топчик. Вообще огонь. Надо было еще малыша бесстыжа в этого в ДД забрать. Был бы этот фасткил. Так чисто посмеяться, да? Чего? Нет, в смысле? Ты нормальный ДПС для десятки выдал, прям хороший. Надо, не надо мне эти сапоги. Я бы даже как бойка не дал. Нет, не то, что как... Да, да я даже тебя средств не передамажил. Чё, я агр, да? Агри, давай, тащи. Да нормально. Сейчас как раз пододенем. Если хочешь, можешь поменяться с малышом без стажом. У него наверняка точно такой же код. Если вдруг хочешь похилить.
Мне просто не критично, кто из вас там будет бить. Кем ты меня хочешь поменять? С Мосей? Нет, есть малыш Бестыш, у него точно такие же спики, как и у Эллады. Ну смотри, вот малыш Бестыш, есть Эллада, вот он как бы в коте. Если ты хочешь, можешь в кота прыгнуть. Он больше дамажит. Ну, смотрите. У него весь шмот ПВЕшный, а у меня весь шмот ПВПшный. Пофигу, погнали на места. Диспойте, ребятушки. Малыш Бестыш, выбегай. Не по луже, не по луже, не по луже. Ну как стих. Ай, я прям на тоненького убежал сейчас. Или на жирного. Наверное, на жирного. Я БР отдал. Малыш Бестыш, залей себе ману и дальше. Мораль. Малыш Бестыш, выбеги. Выбеги. Дальше, дальше, дальше. Диспельте его. Не убегай оттуда. Не беги по луже. Быстрее сюда на место к нам. Мося. Диспельте. Диспельте. Мораль. Тути, тути, тути. Отойди. Лем, отойди. Добиваем. Просил. Понял. Я понимаю. И тут пришел Тёма. Тёма. Я тут, я тут. Что за дела? Ты почему свой статик кидаешь? Блять, что-то в уборке, нахуй, весь паник, пиздец. Ну, надо было кинуть, пойти на РТ и это. Ладно, ждем, сейчас бой спадет, порезаем, пойдем. Не, вы нахуй, если что, можете закрывать, как хотите, короче, если будет место, то возьмете. Да, хорошо, Тим. Ну, я бы тебе советовал, наверное, поискать еще кого-то. Потому что эти ребята собрались тоже, может быть, испуганы. Да-да-да. Да вот я уже сейчас сап иду с пугами. Может, что еще. Давай. Все. Сейчас должно пропасть. Бля, если бы вот этот аркан был бы сейчас тут, я бы еще больше лупил. Ага. Так, мораль в танке. А чё, в воскресенье новый инстант? В воскресенье 25-ка еще одна будет, потому что КД сбрасывали в четверг. Просто стоит, что якобы Зулгуру появится в воскресенье. Чё? Так это не тут, скорее всего. Чё? Где? Ирвины от Кеража, типа обновления.
Ой, блядь. Господи, не это, не хильте, не бавайте. Сейчас она меня съест. Когда-нибудь. Там загрели, что ли? Да я случайно вывалился. О, блядь, чё пиздец, ой, блядь. Сидите в трубе. А зомби решил полетать, я понимаю. А, все пропало. А кто трэш еще заорил? Кто-то упал, что ли? Да. Понимаю. В смысле? Так вот приснилось. Вы что творите, ребятки? Отвали от меня. Давайте, кто там упал, это... Поднимайтесь, идите наверх потихоньку. А есть у кого макрос на Bubble Cam? Чё? Макрос. Нет, макрос я понял, я не понял последнее слово. Ну, Bubble и камень. Зачем тебе макрос на это? Ну типа, господи, этот макрос писать 2 секунды. Ты открываешь кнопку макросов, нажимаешь на use скилла bubble. А, ладно, ок. Типа, если собака сагрится, там можно будет bubble камень прожать, чтобы не чиниться. Блять, как меня бесит этот. Какого хера он цепанулся в меня? Да Колян, он всегда так делает. Мне больше удивило, что он цепанулся, когда, видимо, Рога бежал. Отдал скутик. Я не понял, почему у меня стоит в красном камне для силы заклинаний дух. Что у тебя стоит? В красном сокете стоит сила заклинаний дух камень. Mm-hmm. Что, днище, что? Блядь, пацаны, я вообще кончено. А, в красном у тебя такой стоит, я понял, в чем проблема. Mm-hmm. Еще один стоит. А какого хера? Ты был пьян. Блять, надо перебиваться срочно.
А, у меня синих сокетов нету вообще, короче, понял. И типа мне пришлось их заменить на дух в красный, чтобы у меня активировался синий метасокет. Все, я догнал. Чисто срастил, в чем проблема. Слушай, Мораль, а что, у тебя двуручки до сих пор нету, что ли, другой? Или это тебе просто нравится? Нету, да, тем более это побольше выносливости дает. Понял. Ну, что капы? Так, нон-спид ты поддержишь? Да, вот, вот. А что? Ну, поводишь? Блин, пацан? Ну я попробую, но как бы... Ну я попробую. Короче, знаешь, как водить? Как? Только конс-холд дожмешь. И все. Так у него КД, блин, 8 секунд. Нормально все, он откатывается, и через полсекунды или секунду будет. Если ты лажаешь, и у тебя не получается, ты выставь себе кольцо холода, и все, вообще в ажуре будет. Ты выходишь, ну, все выставлю. Типа маг просто идеальный для этого. Главное это не тупить, чтобы тебя не кушали. Да. У нас 3 БР есть, если что. Я не знаю, как с этим справиться, но, пацаны. Ну, значит, договаривайся с Лемом, плати ему деньги, чтобы он тебе тотем ставил. Да ну его нафиг этого Лема. Ну все, тогда погнали. Ты поел рыбу? Да. Ем, сижу. Пока добежите, как раз поем. Ну, можете уже это, да, вот. Все. А где с центра, да, будут выходить? Нет. Слева и с центра, это же бечки десятка. С центра. Короче, увидишь. Скажешь, когда забирать. Я так в старт разбираю. Давай забирай. Блять, ху хер, у меня глыба сама прожалась. Тремор — это плохо. Истребление. Все в трэш свичнулись. Вопрос, вы там долго его будете еще? У меня маны вообще нету. Залейте ману, маг. Ну, забираешь. Много стаков? 3. Можно до 10. Ну, я все-таки более склонен к магическим боссам. Я не просто там дебаф забирает 10% здоровья.
На 10 стаке у тебя будет 1%. Ёпта медь, я как-то, ну еле-еле это сделал, ребят. Плохо, но сделал. Нормально. Я бы сказал, даже хорошо. Не, там сагрились двое на эрдру. Ой, на сову. Только каким боком, я не понял. Такое часто случается. Особенно с совами. Не понимал я в текстурах. Че там у нас? Мне просто ничего не видно из-за пяток. А ты отойди влево немного. Влево. Еще. В текстуре, да? Так, еще. Вы того зафирили, что ли? Так, сейчас я, наверное, себя перенесу в другую группу. Ну так, пойдем. Первая группа направо. Вторая, соответственно, налево. Все поешьте рыбу, Мося предложил. Прослушал, вторая направо, да? Не угадал. Есть, конечно, вариант, например, чтобы я в ДД-спеке, фростойку. Стоп, я затупил. Какая куда? Повтори, пожалуйста. Первая направо, вторая налево. Ты не тут, маг. В смысле, чё? Я куда, направо, что ли, иду? Да. Скажешь, первое налево? Ну, конечно, только направо. Так и сказали. Сказали нон-спид по центру. А-а-а, слома, тудысь. У нас плюсы в квадратик, минусы в крестик, да, идут? Да, плюсы идут в квадрат, да. По цвету ориентируемся. Так, давайте ДБМ пул сделаю, чтобы одновременно. А чё внизу море вот это синее? Чё? Какое синее? Чё курим? Одно жёлтое. Вообще зелёное, вы чё, дальтоники, ребят? Ну, оно зелёное же. Ну, серьёзно? Оно голубое. Что, блядь? Он говорит, что оно не традиционная ориентация. Ох, понимаю. Не забывайте, что нужно их убить одновременно. Завис, короче.
Так, по правому стопнули. Блять, правому, это левый. Все, стоп, сталага не бьем. Вообще не бьем сталага. Молодцы. Ну там что, два депрессора? Так, все, добиваем. Класс, перепрыгиваем. Кто упал, тот Филипп Киркоров. А я не знал. Понимаю. Понимаю, шаман, понимаю. Аккуратнее сейчас. Следим за цветом дебафа. Переходим по нужному цвету. Шаман, блин, ты, шаман, ты, видимо, весь бой прыгать собрался туда-сюда, да? Кому нужно, перешли. Видишь, как мораль шарит, красавчик, Я вижу, как шаман шарит, это еще огонь. Так, шаман, у тебя полярность есть? Отлично. Ой, ни хрена, что-то так шарахнуло нормально. Походу цепнухой. Сейчас, а, еще игра на Геру давать, у нас КД. Меняемся к луна. Минусы не забегаем, плюсы в портал. Так, пошли, Чумку. Самую фигню пройдем. Так, мораль, ты тут в ДД, наверное. Тут, по сути, всадники. Мужики, а мы Нубрикана будем убивать? Будем, конечно. Просто паучка последняя обычно заносит. Как самый беспонтовый. Вчера ходил, короче, ДК танком. Там всадники и вот этот Тадиус, два танка, надо на остальной один танк. Артёма кулинарку вкачал. Что говоришь? Ну, я бы сказал, что на Латхиба желательно два танка иметь все-таки. У меня вот был ДК, там что-то... Сколько там? 43, что ли, тысячи ПП. Вроде не убивали. Можно попробовать. Но тебя он не убьет точно. Сколько у тебя там? 43? Раз. В
фласку скалы, посмотрю, сколько. Сорок у меня. Понимаю. Ебать, 9 стаков. Я скидываю сейчас нахуй. Ферните, который в камень этот самый. Скидываю нахуй. Да он убежал далеко, не ярко никого. Не трогайте, сейчас стаки спадут. Да, бежит. А, понял. Понимаю. А, типа горгулей. А как мы будем этого проходить? Кого? Все учтено. Мы всех пройдем. Ну, там же мобы не появляются. Все появляется. Из-за этого... Где в две комнаты надо расходиться? Чё надо? Но. Да все нормально должно быть, потому что ГМ уже в курсе этой темы. Они же фиксили там дохуя. Посмотрим. Ну про чё, про готика? Да. Да, работает еще. Все, понял. Куда дерево? Книгу в пачку. Скот. Бля, я так в третий статик люблю ходить. Я обожаю третий статик. Это самый топовый статик. Уф. Спасибо. Третий статик тоже тебя любит. Я бы Лёха поддержал бы сейчас. Лёху? Лёха бы тебя поддержал, этот, как в литературе. В литературе, да ну нахрен его поддержки, да. Он бы всех поддержал, куда бы его взяли бы, и ГП бы не начисляли бы. Мне кажется, вот. Кстати, я бы тоже такую тему поддержал. Люблю, когда надо ходить в рейд, и за это ГП не полутать еще. Он, правда, иногда лажает, но... В принципе, он более-менее понимает, что к чему. Да и эта игра не бином Ньютона. Так, что у нас? Никто не упал, по сути. Так, Алисочка отошла чуть-чуть. Ну, в принципе, мы без нее запуляем. Так что, малыш, бестыж, давай. Весь мир смотрит на тебя, ты в соляру его тащишь. Шоковая звездная чата. Если трешек на вас, вы можете подойти к танку, не стесняйтесь. Вообще, я буду следить. За вами. Большой брат смотрит за вами. Вообще не критую. За бред. Я, блин,
Когда в ДД играл, у меня таких критов не было, как на протоваре выскакивать иногда. Не, протик это вообще топчик. Реваншем? Ну, сейчас на 20 тысяч реванш выдал, я чуть-чуть это... Такой вау. Я даже всерьез задумываться начал попробовать этого сделать, гибрида. Рано, наверное, пока еще. Да, он тухлый, если честно, я так смотрю. В нем ничего интересного нету, кроме вот того, что ты реванша лупишь, как конченый. Там даже, по сути, нормального рывка нету, как этот спасительный. Вот, ты бегаешь, как обычный вар. Просто ты носишь щит, и все, вот вся разница. Типа, ты можешь в фурике также примерно играть с таким же геймплеем. Просто щит натянуть. И двуручку в другую пуху. Придумал новый гибрид, ёпта. Что в протоветке на реванш. Да. Я понимаю, в чем прикол, то я как исследовал, так сказать, вопрос. В PvP прикольно, когда какой-нибудь арм сделает. Игорь включает, блин, эти два реванша и нет армса. Ну вот я за Void Эльфа играю, у меня есть способность сократить КД любой билки на 7 секунд. У реванша всего 5. Я могу так дать реванш, и он даст урон по 4 целям. Ну, в смысле, 4 эффекта дает. То есть они прям одновременно начинают кастоваться. То есть даже ГКД не возникает. Довольно имбовая тема. Ого, ни хрена себе, кольцо крит 50. Ты живой там? А то я думал, сердечко сейчас это отъедет у тебя. Не-не-не, ты чё, это кольцо, знаешь, как бурстанет меня? Ишь, прям. Собирай. Ебой. А то у меня Гавай давно ругает. Да, я с собакой бегаю. Да, Гавай. Оля, случая. Кистевое. Чё, кто у нас капитаном крюком хочет быть? Много. Походу, никто. Блядь, у меня крит опять упал, сука. Ой, поднялся, меткость упала. Я могу тебе сокет сделать на меткости. Я могу у тебя забрать это кольцо. Да не, должно. Там 99 меткости, нормально. 99 там. Что, ничего не сыграли? Ага, вот я так и знал. Зайду за дерево и сразу что-то произойдет. Золото, идите нахрен. Уже в десятке эта дробяшка не падает. Ой. В персональном приполучении. Ну, так... Роги только. Боешки, боешки, падайте, ну. Почему этот кинжал выглядит как какой-то ржавый гвоздь? С другой стороны, с этой... С 25-ки стрэша тоже там вещи, конечно, не супер внешку имеет, кроме меча, пожалуй. Ну, это двуручка, которая вот не упала на нас. Да, вообще огонь.
похоже на какую-то эту костыль старухи какой-то. Не, ну просто там хорошее. Ну, тут я не поспорю. Так, чё, может на платформе его было бы чпокать, не? Да не уч, как обычно. А пусть сразу бегают, чтоб это. Может, мы под гирой на платформе не зальём его? А, чуть-чуть выступает и лужа убивает, и всё, считай, минус сразу. А то он будет уже к лужам привыкать. И метки проверим. Ну да, я тоже так. О, как... мужики, хочу вам сказать, что я на вот этом вот домосеке первый раз. А, не, пизжу. Все, борода. Опять туплена. Красавчик. Я его заебал. Моя маме все будет. Теперь понятно, почему он гомосек. На... Видимо, понравилось. Я его рога его натягивал. Не, не надо тут хила. Будешь бегать со всеми. Так, пацаны, что-то у меня не хватает. Ну, проверь. Да я догнать не могу постер, короче. СТДР, чай, пул. Я нажму что-то. Нет, или вообще нихуя не нажму. Ты думал, что я типа в эту хуйню дам. Все готово, погнали. Я понял, ты специально просто, да, это сделал? Сейчас готовимся. Еще один плюх и телепортация. Напоминаю, что вам нужно в метке стоять. Метки я проверил. Готовимся. Побежали. Бросили нахуй. Ты помойся пока. Я пока бежал за вами, я кричал вам в спину, помогите. А вы просто сказали, пошел нахуй, и я упал. Я просто этого слезку вытер и побежал дальше. Извини, друг. О, видел, ты че? Огромный Таурен, вот этот, который тоже пизданулся. Вот он сказал. Не помогу тебе. Это урон долбоёб переагрил, забыл копии вызвать. Вот это игра. Хватит меня отвлекать, я чуть это не забыл, что его надо отвести чуть-чуть. Макс споткнулся об угол, понятно. Я же говорил, кольцо апнет.
Бля, это сейчас опасно срез было, в курсе, да? Че, вы в метке стояли, все нормально. Огонь. Поднимите этого споткнувшегося и погнали. Ну, вроде никто это. О, кристалл пропасти, thank you very much. You are welcome. Шо, бля? Кушайте, не обляпайтесь. Так более понятно. Да-да-да. У вас там что-то это... Говорят, им косты сбивать можно, не правда? Ну, чтоб попало, не падали. Пока. Сдать кому-то на Анубарака. Анубарака решил? Сейчас их да, ведут. А, фу, блин. Чё, военный потом? Да. Солтанг будешь или? Я тебя зашлю назад, наверное, вместе с этим Салемом. Сам этих двоих подержу. Вам рыбу поставить. Так что, мне спекать или нет? А, здесь в одного давай я потанчу. Давай подамажу. Сейчас. Пал, если в чё, сакру готовьте там на панель. Сейчас дам лапу. Поем. Мне запы, подожди. У меня нету запов. Хил, какой хил? Молодец. Запы сролил этот Эрдру. Да, 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 я взял. А что надо кому-то? Ну, Рога, смотри, он говорит, что ему надо. Ну, пускай отца. У тебя такие же. Ну, дай ему и все, господи. Все ради вас. Всем так надо. Мне тоже нужны. Серьезно, ну за запах уж это. Не пать, выбьем еще. Можешь за ОД купить, можешь с Ульдора выбить. Угу. Там уже получше будет. Так что 200-е на более лучшее. Так, ладно, все. Да ладно, я. Разобрались вроде. Я врача провел, все готовы. Давайте все, плутов. А зачем вот это сейчас было делать, Рога? Рог, ты что творишь? Ну или кто?
Пал. Ой, ты чё? Ты чё творишь? Сорян, Роза. Пора, Пал, чё? Летело к РДД, но летело к РДД. Скажу больше, нас жумили, не попало. Че там на РДД появилось? Да. Геру давай. Так в миле, ладно. Так пофигу на миле. Я понял. У нас основные все ДДшники, там, только робот больно прям фигачит. По крайней мере, я одного спутя когда смотрю. Ну, все на нас агрятся почти. Я обосрался сейчас. Другие ли, если что, там БРчики свои там. Сдержите на готовности. Все, прожимки у меня кончились вообще. Мораль, если что, тоже держи кнопку на синий. О, слева. Нормально. Ну, считаю, нормально. Респектабельно. Ну да, один раз только успел спору залутать, и этот... И то, когда у босса пол хп осталось. Нормально. Так, Венку пошли, самый главный оставимся. А паучку там, с обратного танка пойдем.